Добрый вечер. В течение этой ночи атмосферное давление в Латвии постепенно понизится и количество облачности увеличится. Утром с запада подойдет зона осадков и в Курземе ожидается небольшой дождь. Ветер слабый и местами образуется туман. Минимальная температура воздуха плюс 6, плюс 10 градусов. Днем в Латвии облачная с прояснениями погода. Кратковременные дожди ожидаются на большей части территории страны. Местами прогремят и грозы. Ветер слабый, во время грозы порывистый. Максимальная температура воздуха плюс 16, плюс 21 градус. На побережье прохладнее, плюс 13, плюс 16. В Риге этой ночью плюс 9, плюс 11, без осадков. Днем в столице возможна гроза, воздух прогреется до плюс 18, плюс 20 градусов. Медицинский тип погоды второй, благоприятный. На этом погоде все. Хорошего вам вечера и до свидания.